Здравствуйте! Сегодня мы рисуем портрет художника рисовальным углем на бумаге. Вот, портрет художника – это образ художника, вот, некий такой композиционный портрет. Для работы нам понадобится бумага, рисовальный уголь. Листочек бумаги, на котором мы будем этот уголь, если понадобится, затачивать. Ластик и клячка. И фиксатив. Все. Сначала мы намечаем общее расположение частей, где у нас находится голова относительно всего расположения листа, размер ее, вот, где у нас будет находиться плечо, рука примерно. Как бы здесь вот видно, некий такой прямоугольничек образуется у нас. Вот это рука, плечо и голова. И, Саша, взгляд желательно на меня. Да, да, вот так вот, хорошо, замечательно. И можно чуть-чуть плоскость заточить уголька, чтобы мы могли более такую ровную проводить плоскость, более тональную, чтобы она у нас была ровнее. Желательно планшетик, чтобы тоже был у нас основание его ровное. Ну, и сразу намечается общее. Ну вот видите, фактура планшета, это ее, к сожалению, видно. Планшетик. Ну и темные пятна можно сразу каким-то образом слегка пройти, наметить. Это как раз размещение даст понимание массы у нас на листе. Мы рисуем образ художника. Здесь композиционный такой портрет. Вот. Ну, я как бы заранее уже вот с Сашей мы поставили эту постановку, что я буду рисовать, как бы некий эскизик был сделан для того, чтобы что мы будем рисовать. Какой конкретный образ будет решен. И здесь надо вот сказать, это композиционный портрет. То есть вот рисунок не просто для рисунка, а для того, чтобы мы могли создавать произведение.
композиция. Рисовальный уголь вообще это один из лучших материалов. Можно сказать, что им пользовались, в общем-то, все известные художники, ну, такие на слуху, как Репин, а не говоря уж про такого художника, как Фешин, мастер, рисовальщик портрета. Он также легко и смахивается тряпочкой, вот, ластиком. Очень податливый такой материал. Ну и здесь нужно заметить, что нужно себе очень хорошо представлять схему, как и строение головы, и там, кисти руки, и для этого порисовать именно схематичное такое вот строение, что представляет пальцы, например, вот как в дальнем случае, они группируются, у него это один палец, два и опять один, и здесь большой палец, то есть вот два средних, они сгруппированы. Вот, и один отставлен слегка мизинец, палец. Такой тезис от схемы к живому рисованию. То есть вот, есть такое понятие тектоника. Это когда внутреннее строение соответствует внешнему. Там, у дуба, скажем, это один образ, кряжистый такой, сосна это высокая, стройная за счет расположения волокон, скажем, сосны, это и корабельные мачты раньше делали, да, то есть устойчивый к ветру. А вот дуб более прочный, но хрупкий, ломкий. Вот. И так и здесь и человек, вот эта внешняя, внутренняя его структура, она сказывается во внешнем облике. Вот это соответствие, конечно же, нужно постараться передать. Насколько, конечно, это удастся. Здесь уголь очень хорош, можно вот пальцем растирается, он получается такой прозрачный, светящийся, что очень характерно для тела человека, живое, чтобы это было, да, не затертое, а светящийся такой характер, вот, именно характерный для человеческого тела. Вот окружение, скажем, вот маечка. Очень хорошо горловину пометить, где это средина. Это у нас будет как раз показывать направление грудины. То есть, как грудь у человека расположена. Вот, направление всей грудной клетки. Такая маленькая деталь, она позволяет, значит, вот, нам задать это направление. Очень важно в портрете передать, да и вообще и в человеке, и в натюрморте это движение. Вот тут можно вспомнить картину Сурикова «Боярыня».
Морозова. Вот. И когда эту работу приходили смотреть супруги Толстые, вот, и они говорили о том, что слишком много низа в картине, вот убрать бы, советовали Сурику. На что он ответил: если я уберу эту нижнюю часть, то пропадет движение, сани не поедут. То есть, вот, как ни странно, на застывшем, казалось бы, листе бумаги, полотне обязательно должно быть движение. Вот студентам я говорю, что вы рисуете не только три измерения, ширину, высоту и глубину, но еще плюс время движения. Для каждого человека существует свой характерный наклон головы, только присущий только ему. И нужно для себя осознать, что мы учимся рисовать не просто там глаз, нос, голову, там даже ухо, а мы учимся рисовать для того, чтобы создавать произведение. То есть нужно не забывать, что композиция — это то, что вы хотите сказать. Вот, воспитывать себя в художника. Воспитывать себя художника. И когда вы учитесь рисовать голову, нужно, соответственно, рисовать портрет, автопортрет. Вот. Мои преподаватели это, наверное, для многих говорили, что чтобы научиться рисовать, нужно нарисовать 100 автопортретов. А чтобы научиться писать, нужно написать 100 белых натюрмортов. Очень часто у нас студенты, как бы, я пока только вот еще глаз не научился рисовать, как же я нарисую, там, я боюсь и так далее. Нужно не бояться, а начинать делать, рисовать, чтобы совместилось ваше обучение с тем образом мышления, которое тоже должно воспитываться одновременно. Потому что, в общем-то, в искусстве самый главный вопрос – это трактовка образа, как я его буду трактовать, что у меня получится. Если наши будущие преподаватели изобразительного искусства, они будут учиться сами создавать произведения, будут учить других в детских художественных школах, в общеобразовательных школах создавать людей произведения. Вот. И здесь можно заметить, что композиция существует как бы в двух видах. Это как произведение и как предмет, который учит создавать эти произведения. Еще нужно заметить, что нужно обязательно как можно чаще отходить, смотреть, что мы рисуем, да, что у нас получается. Потому что есть такое свойство у нас, что мы себе додумываем тот образ, который рисуем, вот, и нам кажется, что вот мы уже там и нарисовали, у нас похоже, вот я там подумал, что взгляд такой, вот как бы он у меня уже получился. То есть он в голове у нас как бы дорабатывается. Вот. Поэтому нужно как бы отвлечься, посмотреть со стороны. Хорошо можно там посмотреть это в зеркало, чтобы вообще наоборот изображение стало там
увидеть свои какие-то ошибки. Уголек в процессе очень хорошо затачивается, то есть всегда можно ощутить, где там острый краешек, и можно там детали какие-то небольшие делать. Можно прямо на работе в каком-то темном месте и как бы подтачивается он там уголочек, добавляет тон. В общем-то, наша работа готова, такая зарисовка, вот свой как бы жанр. И осталось сделать нам подпись, тоже немаловажный как бы штрих, чтобы поддержать где-то композиционное внимание. Вот, и в то же время, чтобы это не бросалось. Этот мастер-класс для вас провел Пензин Иван, доцент кафедры рисунка и графики Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Здесь нужно заметить, что ученик, студент должен перед собой четко поставить цель и осознать, для чего он учится рисовать. Если это учитель ИЗО, то для того, чтобы научиться самому рисовать и научиться учить других рисовать. А вот для дизайнеров очень важно окунуться в мир человека, узнать его, порисовать его, узнать его пластику, его внутреннее настроение. Ведь очень важно для дизайнера это образ того проектируемого объекта, который он проектирует. И, конечно же, проектирует и делает он это только для человека. И весь смысл имеет этого проекта только с присутствием человека. И как не знать дизайнера тогда человека и не рисовать его? Спасибо.